Я вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – про це ми будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем, головою благодійного фонду «Ми поруч» Миколаєм Данцевим. Николай, добрый день. Здравствуйте. Добрый. Спасибо, что вы приехали. И я знаю, что приехали вы по очень серьезному поводу, потому что есть человек, который очень сильно нуждается в помощи. Да, да, да. Это значит, собственно, что это за человек? Это даже, ну, можно его вывести в ранг какого-то особого моего друга. Почему особого? Ну, представьте себе, 13-летний волонтер, мальчик, 13-летний... Волонтер вашего фонда, да? Да, волонтер нашего фонда, 13-летний мальчик с опытом волонтерства 4-5 лет, то есть порядка 5 лет. То есть он почти с самого начала нашей организации, с 2009 года, принимал участие в наших почти всех социальных каких-то акциях, проектах, а благотворительных акциях. И в чем особенность? В том, что он был настолько исполнительный, как бы спокойный исполнительный мальчик, что как бы незаменимость его ощущалась постоянно. То есть, например, идем с какими-то подарками в онкогематологию, да, детскую. Вот. Приходим, там подарили подарки, те дети, которые могли, например, выйти к нам, выходят, мы там поздравили с каким-то праздником, например, там, или День Святого Николая, или нам Новый год, например. Вот. И тут, как ни странно, у Вани Лисицына появляется под мышкой, так сказать, у него такая штучка, как футляр, да? Футляр с кларнетом. Он достает этот кларнет, вот, появилась свободная минутка, он начинает играть. И мы начали проводить вместе с ним маленькие такие мобильные концерты, то есть такие передвижные. То есть для этого ничего не нужно. Нужен только, собственно, Иван, нужен кларнет, и нужны там 5-10 человек зрителей. То есть те дети, которые могут приходить к нам. И что потом случилось с этим Ваней? Вот, Ваня болен серьезной очень болезнью. Вот, причем даже, ну, для взрослого человека эта болезнь может стать там переломной, болезнь может сломать взрослого человека. Саркома Юинга, это, этим занимается институт рака, вот. Но надежда большая есть, Ваня держится, несмотря на его 13-летний возраст, бодро, стойко и борется с болезнью. Ваня прошел уже 4 химии, он лечится в нашей онкогематологии под руководством Киева. Вот, значит, что, собственно, меня привело? То есть, вот я бы хотел обратиться к николаевцам, гостям города, может быть, предпринимателям, к обычным гражданам, которые, собственно, и являются основными нашими друзьями, нашими волонтерами и нашими же благотворителями, помочь Ивану Лисицыну, который находится сейчас на лечении в онкогематологии областной больницы на 6-м этаже, 4-я палата, помочь собрать средства для прохождения химиотерапии, для прохождения операции в Киеве в институте рака. И сразу после операции будет еще одна химиотерапия для того, чтобы было выздоровление, для того, чтобы Ваня поднялся. Вот, значит, сейчас мы собираем деньги для препарата Халоксан. Вот, да, дальше будет срочная операция и еще одна химия. Вот, как я уже говорил. Значит, саркома Юинга левой подвздошной кости 4-й степени. Ну, это заболевание, которое, так по-простому говорить, то есть есть опухоль, которую нужно удалить. Вот, там будет небольшая трансплантация там отдельных частей кости. Вот, и после этого будет химия для того, чтобы клетки, которые соприкасались с больной тканью, дальше не пошло вот, ну, никаких там болезненных тканей, то есть они не трансформировались в здоровые клетки. Вот, значит, что уже сделано, что было? Ваня прошел 4 химии. Родители работали, родители собирали, продавали, помогали все родственники. То есть уже со стороны родителей сделано все, что можно сделать. То есть продали все, что можно продать. И на этом этапе родители уже выдохлись в деньгах, потому что, к сожалению,
государство осталось в стороне, и если раньше, например, этот препарат, например, халоксан, можно было свободно получать, то сейчас там 50%, и то как бы под вопросом, там, когда это будет, там, сейчас, там, будет, если он вообще. И бывает такое, что некоторые больные, например, ну, вы знаете, да, что мы занимаемся детьми-сиротами и детьми ДЦП, то есть в онкологии отчасти, только потому что это действительно проблема. Бывает такое, что обращаются родители вот с помощью приобретения там каких-то отдельных препаратов. То есть препарат нужен, государство должно его дать, пусть даже 50%, но его нет. Что делать? И тогда нужно родителям, там, волонтерам, благотворителям быстро что-то делать, быстро покупать, искать каким-то способом находить. Ну, например, одна химия может стоить, то есть если там один укол стоит там 1200, 1500 гривен, вот цена прыгает от 1200 до 1900, вот так вот. То есть если 10 уколов надо, это там 12-19 тысяч. Причем в разных источниках разная цена. Да. Поэтому мы находим там дешевый вариант, мы находим, там, ищем возможности, как купить дешевле, чтобы это, соответственно, какие-то деньги остались, чтобы можно было еще что-то купить. Потому что и в онкологии надо лежать, надо есть, и надо пить, и надо ванне выздоравливать, то есть поддерживать организм какой-то. Ну, в общем, ситуация сложнейшая, что говорится финансово, потому что поступления минимальные на сегодняшний день вообще в целом по благотворительным фондам. Коробочки собирают какие-то деньги, но уже не так, как, например, даже позапрошлом году. Вот, если, например, 2 года назад мы с помощью коробок собирали там достаточно приличные деньги и оказывали 100% обращений, то сейчас, ну, мы даже не можем покрыть там 30% Ну, коробочки, обращений. вы имеете в виду, это когда люди стоят на улице с ящичками, Нет, с коробочки, стеклянными? которые там в магазинах А, размещены, в там какие-то магазинах. отдельные, да. То есть если из 100 благотворителей, которые у нас были, там где-то около 35 сейчас продолжают как-то активничать, то остальные просто физически, у них стоит бизнес, физически стоят какие-то программы, какие-то бизнес-решения свои. И вот ждем, собираем, обращаемся к каждому, потому что действительно сейчас трудное время, сейчас может быть даже самое трудное время, период становления Украины. Вот, я думаю, мы пройдем как-то меньшими потерями для детей, потому что все вышло на передний план, сейчас вышло все. Ну, к сожалению, дети вышли на второй план. И вот мы об этом говорим, мы об этом бьемся, не перестаем говорить о том, что, дорогие друзья, все-таки дети наше будущее. И как бы ни было трудно, как бы ни было печально, как бы ни было больно там за то, что происходит вообще сейчас в Украине, дети являются нашим будущим, дети являются тем, что будет завтра. Потому что если мы забудем о них сегодня, завтра вообще не будет. Да, ну и, конечно, если человек попадает в беду, то рядом с ним обязательно должны быть люди, которые ему помогут, Помогают, конечно. помогают, Как какие морально, бы времена так и ни материально. были. Морально тоже очень важно, потому что, например, ну, как бы это точно сказать, ну, например, ну, я думаю, у каждого есть какие-то знакомые, друзья под жизненным каким-то, ну, там, может быть, серой, черной полосой сломались, да, и начали вести какой-то, ну, социальный образ жизни посредством того, что, например, там, кто-то с кем-то развелся, кто-то кого-то потерял, кто-то, там, каких-то негораздов, то дети, которые находятся в онкогематологии, ну, я рекомендую всем, кто готов сломаться, пойти в детскую онкогематологию, пообщаться с детьми, и вы увидите, насколько, ну, сильна человеческая натура, насколько дети подвергаются таким внутренним колебаниям, нахождению внутреннего резерва сопротивляться болезни. Ну и там 9, 10, там 15-летний ребенок может с вами поговорить ни много ни мало о жизни и смерти, да? Это вы разговариваете с Да. Ваней о жизни и Да, смерти. то есть как воспринимать, как
с этим бороться, как быть, когда ситуация, может быть, там ухудшается, улучшается, то есть, понимаете, да, то есть ребенок с вами об этом говорит, и вы понимаете, что ваши проблемы, ну, там, у вас не хватает денег на отдых, да, Ну да. там, вы в этом году поедете не в Крым, например, а в Рыбаковку, то есть, да, и вот это со мной, ко мне приходят друзья, в кафе, например, мы там сидим, разговариваем, например, и вот люди, например, со мной делятся вот такими вот Такими разговорами, проблемами, да? проблемами, да, то есть в прошлом году мы 5 лет подряд ездили, например, там, в Египет, а сейчас нам так трудно, что мы вынуждены ехать в Рыбаковку. И я особо не церемонюсь там с друзьями, не церемонюсь там с какими-то чужими, посторонними людьми. Я говорю как бы открыто, прямо мою прямоту кто-то любит, кто-то не любит. Вот. То есть больной. Обратите внимание вокруг вас. То есть и многие мои друзья, ну не то что друзья, они становятся... То есть часть моих друзей это большая часть волонтеров. Это те, кто постоянно участвуют, постоянно помогают. Те, кто не хочет, они как-то так сами собой отдалились так далеко, что мы видимся очень редко. Вот. И не потому, что я требую, а потому, что они видят вокруг себя то, что происходит. Ну, есть хорошая поговорка, Николай, сытый голодного не разумеет. Да. Вот. Поэтому вот я не перестаю обращаться к друзьям, например. К не друзьям, к знакомым, к незнакомым, говорить о том, что друзья, посмотрите вокруг себя, посмотрите, сколько вокруг беды, и если каждый, например, немножечко обратит внимание на это, то будет все хорошо. Да, и главное, что, друзья мои, не нужно ни в коем случае замыкаться в себе и в своих проблемах. И если вам уже совсем плохо, вы можете навестить Ваню в детской областной онкогематологии, поговорить с этим мальчиком. И именно в его разговорах и в его поведении, в его мужественном поведении, вы, я думаю, почерпнете для себя силы жить. Правда, Да, Николай? конечно. Ну, как можно обратиться за помощью, как оказать помощь, как найти Ваню, как найти меня? Ну, например, найти Ванечку очень легко. То есть на сегодняшний день он находится в онкогематологии областной детской больницы на Николаевской, 22, 6-й этаж, 4-я палата. Там с ним в основном все время папа, программист, папа сидит, у него там компьютер, он работает, так сказать, удаленно там на месте, у него есть возможность и время работать в интернете. Папа активнейший участник был нашего фонда, то есть он был в рамках такого, ну, не серого кардинала, то есть серый кардинал это больше какой-то плохой персонаж, он был больше такой человек, который, например, Мозг, нужно... да? Что-что? Мозг такой, Нет, да? Нет? наоборот, руки. Ага, То есть, руки. например, мы проводим благотворительную акцию «Согрей душу чаем». Мы берем у отца Геннадия, который вот в Свято-Симеоновском соборе, самовар настоящий, на дровах, огромный такой, по-моему, 30-литровый. Вот. И Сергей, это Ваня папы, разжигает самовар, ухаживает за самоваром, чтобы во время акции все николаевцы, которые проходят мимо, те, кто пожертвовал какие-то деньги, могли налить себе горячего чая, минус 15 на улице, он стоит возле самовара, наливает чай. То есть никто его не знает, никто к нему никак не обращается, его никто не фотографирует на какую-то доску почета. То есть, как бы вот надо понимать, да, то есть он находится постоянно где-то на втором плане, не на первом. То есть вот участие человека как бы в помощи, да, вот такое может быть. Потом он обеспечивает какие-то подсоединения каких-то кабелей, когда идет какой-то концерт. Он там возле компьютера стоит, что-то там настраивает. То есть да, постоянно на втором каком-то плане. И у нас все из-за его участия все получается. Вот как бы тоже. Потом, если говорить уже о семье Ивана, то есть это особая какая-то семья, мама Ивана. Кроме того, что она медсестра, она еще и
имеет такое социальное хобби, социальное, она в православном сестричестве святого Луки Крымского. То есть она еще ездит там какие-то тюрьмы, они ездят какие-то больницы, посещают дома престарелых. То есть они идут туда, там проводят какие-то встречи. То есть постоянно она, общаясь на социальные какие-то темы с какими-то знакомыми, друзьями. То есть они конкретно занимаются вот каким-то добрым делом. Вот. То есть вся семья вот так, то есть им какое-то, ну я не знаю, послано Господом какое-то испытание такое, ну может быть даже, чтобы мы все обратили на это внимание, о том, что есть такая проблема, и, ну, наверное, что нужно все-таки обращать на это внимание и приобщиться к этому. Вот. Потом, что касается, как можно сделать, например, какую-то помощь оказать. То есть, что такое онкология? Онкология – это большая трудность, и стоит вопрос либо конкретного препарата помощь, либо средств, потому что ни вещи, ни продукты, это ничего не надо. Максимум, что может еще понадобиться на втором плане, это какие-то нужные медикаменты, там, ну, не конкретная химия, а какие-то там вторичные медикаменты, или какие-то, может быть, там витамины, или там какие-то там, там бананчики, какая-то водичка. То есть это то, что может понадобиться, но нужно узнавать точно что, потому что не все можно. Вот. То есть вы можете, например, вот дорогие телезрители, вы можете пойти в онкогематологию на шестой этаж, в четвертую палату, спросить у старшей медсестры или у нянечки, там, где найти папу Вани Лисицына, обратиться, например, чем мы можем помочь. Например, вот мы собрали деньги, вот деньги нате. То есть можно так. Можно положить на карточку папы. Для этого есть телефон по мамы или папы, допустим, вы звоните и обращаетесь к непосредственно папе, либо, например, набираете меня по телефону 050-394-16-38, вот, и перечисляете на расчетный счет деньги, обязательно с формулировкой для Ивана Лисицына. Почему с формулировкой? Здесь я обращаю внимание на маленький такой законодательный аспект. Если вы жертвуете в какой-то благотворительный фонд, если вы кладете, например, на расчетный счет деньги или перечисляете безналом с какой-то особенной формулировкой, например, на такой-то проект, например, там, вот в данном случае это «Жизнь не мелочь», или на Ивана Лисицына, или на детей там ДЦП, то деньги не могут быть использованы на другой проект самовольно, например, фондом, без участия, например, родителей Ивана. То есть, например, собрали нужную сумму денег, да, остается, например, там 1000, 2, 5, 10, да, вот. Мы звоним Ивану или, ну, родителям Ивана и говорим: так, друзья, какая там ситуация у вас там, они нам дают там все-все справки, мы смотрим о том, что да, действительно, на этом этапе ребенок здоров. То есть и средств больше не нужно тратить на это. Но у нас есть средства целевые, которые называются целевые средства, которые должны быть использованы именно на Ивана Лисицына. Тогда мы просим родителей Ивана написать, что, например, по очереди у нас стоит ребенок, например, с примерным заболеванием, там, с онкогематологией или там, на детей-сирот, например. И родители Ивана могут написать письмо на фонд, на имя директора фонда, о том, что просим оставшиеся средства там, израсходовать там, на свое усмотрение или на конкретную какую-то программу, так как наш там ребенок там выздоровел, да? То есть все, тогда эти деньги могут быть использованы. До этого никто не может использовать целевые средства на какую-то постороннюю программу или, например, там, на покупку какой-то там, я не знаю, ну вот мебели, да? Тогда можно спокойно обратиться в прокуратуру и привлечь к ответственности. Или, например, если, допустим, как это правильно выразиться, фонд, то есть благотворитель пожертвовал деньги, потом звонит благотворитель и говорит: скажите, пожалуйста, а вылечился ли этот ребенок? Или выполнили ли вы мои
благотворителя, допустим, пожелание, когда я перечислял деньги. Вот. Дайте, пожалуйста, отчет. Мы им пишем, например, официальное письмо, что там деньги пошли там куда-то. Или там какой-то другой фонд, да? Вот. Благотворитель имеет право вернуть эти деньги и сказать: вы знаете, меня не устраивает то, что вы там, например, брали деньги на один проект, а потратили на другой. То есть Даже так. законом, да, законом это предусмотрено. И я всегда обращаю внимание на благотворителей: читайте, пожалуйста, закон, хотя бы немножечко. То есть слушайте, обращайте на это внимание, потому что как у нас получается, никто не знает закон, какие-то делаются жесты, а потом кусаются локти, что вот мы дали, и, к сожалению, цель была не достигнута. И понимаете, в чем суть? Суть благотворительности в чем? В том, что ты дал деньги, ты проверил, куда они пошли, и ты не кусаешь локти, что это неправильно было использовано, или ты не досмотрел, или ты пожалел о том, что ты стал благотворителем, потому что тогда благотворительности уже, к сожалению, не стало. То есть ты уже не жертвенник, ты уже не даешь, так сказать, милостыню в том православном случае, как это было вот описано в православии. Милостыня – это не подачка. Конечно, ну и давать милостыню – это не только в православии. Вообще есть хорошее изречение: «Да не оскудеет рука дающего». Да. То есть человек, если он человек, и если рядом кто-то просит помощи, то это настолько естественно помочь. Кто чем может, не обязательно деньгами. Ну, вы знаете, у нас вот этот такой пережиток советского, так сказать, вот времени, что вот это слово «милостыня» ассоциируется с подачкой. То есть проходишь мимо, покопался в кармане и бросил в шапку мелочь, то, что тебе не нужно. Хотя на самом деле «милостивый» от слова «милость», то есть «да, сотвори милость». То есть ты сотворил милость. И есть даже фильм, по-моему, он называется «Спас под березами», и там есть такой сюжет, когда нищий просит деньги, проезжающий на Мерседесе человек дает ему $100, тот говорит: вы знаете, это мне много, дайте мне столько, сколько бы вы потом не пожалели. Он говорит: а ты что, не берешь, ну там новый русский. Ну, вот этот, малиновые пиджаки, вы поняли, да? Вот. Тот ему дает, говорит: ну что ты, я как бы на тебе. А он говорит: не, вы знаете, не нужно давать, чтобы потом пожалели, потому что тогда ваша милостыня разрушается, загрызет. Вы тогда пожалеете об этом, и это уже все, вашей милости не будет. И он берет, отрывает кусочек от $100 и говорит: нате вам, вот я беру на рубль 20. Вот. Ну и вот такой вот конфликт. Поэтому я призываю вот, помогать, призываю грамотно помогать, призываю к тому, чтобы когда вы помогаете, вы участвуете в этом процессе, а не откупаетесь, а не какие-то заглаживаете, зашиваете какие-то свои грехи, вы посредством чистого сердца, ну, можно сказать, себе зарабатываете просто какие-то такие добрые дела, которые вам, может быть, даже вернутся. Ну, не может быть, а, конечно, обязательно то добро, которое человек делает, оно обязательно возвращается к нему. Единственное тут вот, что семья Вани, она настолько добрая, светлая, и вдруг она попала в такую страшную беду. У некоторых могут возникнуть такие сомнения, что смотрите, они такие хорошие, добрые, а вот беда их не миновала. Ну, знаете, есть еще такое изречение, ну, как, кого я люблю, того я и обличаю, да, и наказываю, да, то есть, и если, например, брать этот вариант, например, смотрите. Коля, у нас осталась минута. Да, я скажу буквально секундочку. Например, если вы, например, то есть если есть конкретная вот такая ситуация, вот с хорошими родителями, не пьющие, не наркоманы, ничего, вот, то я уже на третьем эфире говорю об этом, что люди, обратите внимание вокруг, обратите внимание на то, что есть маленький человек, Ваня Лисицын, который ждет вашей помощи, только, ну, нужно только позвонить или мне, или маме, и
Пусть даже это будет там 1, 2, 5, 10 гривен, вы можете помочь и спасти жизнь конкретного ребенка с конкретной проблемой, который помогал детям, который, ну я не знаю, собрал, был соучастником сбора благотворительных денег, там 100 или 150 тысяч гривен. То есть, понимаете масштаб маленького мальчика. Да. Поэтому я буду очень благодарен, если вы не пройдете мимо. Я думаю, что наши телезрители откликнутся и не будут равнодушными, потому что, в принципе, я очень надеюсь, что равнодушных людей нет. Друзья мої, пожалуйста, помогите Ване Лисицину. Це була розмова на тему. На все добре.